Для Владимира Гальченко роль императора Иосифа II уже знакома. Только вот поменялись партнеры по сцене. Роли Олега Белова и Александра Амелина теперь играют Игорь Новиков и Герман Загорский. У меня новая компания, у меня новый придворный композитор, маэстро Сальери, у меня новый мальчик талантливый, который пишет оперы на немецком языке, как я люблю, это Моцарт. Вот, как будут развиваться наши отношения, посмотрим сегодня. Возвращать Амадеус в репертуар в Самарском театре драмы не решались долго. Слишком сильным и запоминающимся был первый состав, а сделать слабее нельзя. Мы не имели права сделать спектакль ниже уровнем. И вопрос не кто лучше играет, кто хуже, так же сыграть. Потому что все актеры – это индивидуальность, это самостоятельные творческие линии. Главное, чтобы это были такие же яркие, интересные авторские работы, как у Амелина и у Белова. Олег Белов на генеральной репетиции находился в зрительном зале и лично наблюдал, как родная постановка обретала новую жизнь. Ребята огромные молодцы, потому что, во-первых, материал сложнейший, и это, конечно, большое счастье с таким материалом соприкоснуться. Уж я как никто могу говорить об этом. Премьера спектакля состоится уже в эту субботу, 14 января. Авторы верят, что у постановки будет долгая и яркая жизнь. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.